Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки интересных силиконовых приманках от компании Snasty Good. Моделька называется Mr. Mosley. Данные силиконовые приманки изготовлены в виде имитации ракообразного. Поставляются они в такой вот упаковочке. Длина данной приманки составляет 4 см, расцветка в данном случае 0,16. Поставляются они в количестве 9 штук в упаковке. Силикон у нас съедобный, мягкий, также эластичный силикончик. Изготовлено все это дело у нас в России, что довольно-таки отлично, на мой взгляд, и приятно за собственное какое-то производство. Поставляется внутри упаковки имитация ракообразных в таком вот пластиковом контейнере. Выглядит данная приманка в виде, условно назовем его, ракообразного. Примитивно, скажем так, визуально изготовлено. Конечно, по детализации здесь на рака, здесь это все дело не сильно похоже, но не суть. А здесь имеется такое вот вытянутое тельце, соответственно, покрыто довольно-таки широкими ребрышками по периметру. Причем тело у нас не круглое, а такое идет более сплюснутое. Также, ну, соответственно, хвостовая часть — это имитация шейки рака. Также имеется 4 пары лапок, как можно видеть. Имитация одной пары клешни, клешен, и одна пара усиков. Усики, причем, у нас имеют на своем окончании имитацию таких вот хвостиков по типу, как у виброхвостов, то есть такие вот спойлерки, которые при проводке создают дополнительное сопротивление, за счет чего усики, скажем так, при проводке слегка подыгрывают. Также за счет такого вот изготовления всевозможного гнутого и таких вот ребрышек, при проводке лапки также начинают у нас вибрировать. Эластичность данной силиконовой приманки на достаточно отличном уровне, высоком. Оснащение здесь подойдет офсетный крючочек, джиголовка жестко впаяна в нее крючком, одинарный крючок с шарнирным грузиком, соответственно. Сильно длинный крючок я не советую использовать, чтобы приманочка немножко при ударе одной имела дополнительно какие-то колебания именно телом, не только лапками. То есть крючок здесь не советую ставить во всю длину приманочки. Ну, это мое личное мнение. По проводочкам здесь, как правило, я вижу две основные проводки. Это классическая джиговая проводка с ее вариациями, либо так называемая проводка волочения по дну. Поскольку у нас это имитация ракообразного, который, как правило, привязан к придонному слою, то и проводочки, ну, как бы по желанию, при желании, я бы посоветовал делать как раз-таки придонные. Отлично на данной приманочке отзывается окунь, на приманке подобного типа, на эти проводки. В прилове может попадаться некрупная щука, ну, либо какой-то другой вид хищника. В основном, конечно же, ориентированы данные приманки на ловлю окуня. Данные силиконовые приманочки можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео оставлю промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.